Ребят, всем привет, с вами снова Дуки, канал World of Games. Всем привет, дорогие подписчики, сегодня будет видео про МТС ТВ. Вот, а именно мы заострим внимание, это смарт, касается смарт-телевизоров, потому что у них есть браузер, через который вот мы можем подключить этот МТС ТВ, ребят. Ну, почему это выгодно? Потому что, как вы знаете, если у вас нет телевидения, вы всегда думаете, что вам подключить лучше, это кабельное или спутниковая. Ну, касается, что кабельного, там в любом случае ежемесячная плата не меньше 280 рублей, вот, приблизительно. Если касается спутникового, то здесь, смотрите, вы платите за подключение, то есть установку, плюс приставка, плюс абонентская плата, это опять же не меньше 200 рублей в месяц или 2000 в год. Если у вас не один телевизор, вы платите плюс еще за одну приставку, плюс еще там за конвектор, плюс еще за абонентскую плату. Смотрите, здесь МТС ТВ предлагает вам всего за 99 рублей в месяц. Вот, то есть подключиться. Ну, ребята, у меня есть промокод. Если кому-то интересно, я под видео вам скину. Будет первая абонентская плата, первый месяц будет 1 рубль. Вот, в чем плюс еще то, что, ну, на данном сайте, то есть МТС ТВ, можно подключить к одному аккаунту, да, до 5 устройств. Это тоже плюс. То есть, если, грубо говоря, мне надо не покупать приставки, не как тянуть там, допустим, кроме интернета какой-то дополнительный кабель, просто, ребят, подключитесь к МТС ТВ и все. Как подключиться? Подключиться мы переходим на МТС ТВ, заходим оформить подписку, вводим наш номер телефона. Тут просто я уже зарегистрировался, ребят. Вводим наш номер телефона, и приходит смс, мы регистрируемся. Ну, лучше всего, конечно, делать это с МТС. Ну, проще всего будет с МТС, если у вас есть МТС. Дальше мы, ребят, переходим в мое. Переходим покупки и переходим подписки и услуги. После чего мы нажимаем подключить за 99 рублей, и мы вводим промокод, который я вам скину под видео. То есть вот мы ввести промокод, нажимаем применить, ребят, у нас будет списан 1 рубль. Вот, после чего мы переходим на главную. То есть видим, что у нас здесь есть фильмы, есть мультики, сериалы. Вот, телеканалы. В чем есть разница между другими сайтами? В том, что не на всех сайтах есть, ребят, телепередачи можно посмотреть здесь. Можете зайти. Надоели вам мультики, сериалы, можете зайти. Что нет, она же когда уезжала в Канаду, она не раз говорила, я еду искать себя, она посмотрела, как передачи там работают. Mm-hmm. Это тоже, да, кстати, важно. Это разные вот немножко это школы, то, как работают в группе у Этергерна, да, и там. Другое опять дело, чтобы времени сказать, ушло, что ведь у фигуристок очень короткие. За 99 рублей, в отличие от других, допустим, кабельного и спутникового, это очень дешево. Ну, грубо говоря, вы там платите 99 рублей, да? Это, ну, никак не 200, никак не 2000 в год, и это очень удобно. Вот. Главное, чтобы был интернет и чтобы была подписка МТС ТВ. Ну, это то, что касается смарт ТВ, то есть именно для смарт-телевизоров, либо для телефонов. Также можете на телефоне подключить. Вот. Ну, кому это понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. Ссылку, вернее, не ссылку, а промоковский я же скину под видео. Ребят, всем пока, всем счастья, всем здоровья, всем удачи, всем пока.